Компания Honda недавно представила четвертое поколение кроссовера Pilot, который не только стал более современным, но и получил расширенные комплектации и внедорожную версию Trail Sport. По сравнению с прошлым поколением, внедорожник выглядит более брутально и угловато. У новинки высокий капот, огромная решетка радиатора и продолговатые фары в духе последних новинок компании. В целом в дизайне чувствуется американская порода. И это неудивительно, ведь целевым рынком модели по-прежнему является Северная Америка. Также стоит отметить, что внедорожник стал крупнее. Длина выросла на 86 мм. Соответственно, увеличился и полезный объем салона, который по-прежнему доступен в 7- или 8-местном исполнении. По технической части кроссовер сохранил 3,5-литровый V6. При этом его мощность выросла до 289 лошадиных сил. К тому же теперь установлен новый 10-ступенчатый автомат. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!